I'm alive. Бабуся ждет коктейль. У нас сегодня шоколадный протеиновый коктейль. Я добавила какао и вот такой вот урбич из семян мака, очень полезный. Будем пробовать. Первый раз такое сделала. И ты смеешься. Клим после массажа. У нас тут массажный салон. Не торопись. Вкусно, да? А бабусёка будет? Ой, бабусик застрял. Как ты так умудрился? Клим, как? Вытаскивай. Как же ты залез? Держи. А, ну вон он сам уже и вылезет. Молодец. Ты зачем туда залез? Вот. Он как Винни-Пух. Ты мой да. Маленький, ты мой золотой. Вот так вот постоянно я монтирую. Бабусик приходит сюда и приходит. Бабун, что тебе надо? Вот когда он дома, он только на мне висеть и хочет. Вова, давай гули-гули пойдешь? Давай гули-гули. Давай, давай. Клим убирает игрушки, к нему приходили друзья. Поиграли, и Климу теперь все убирать самому. Через 5 минут проверю. Хорошо. Мечтал такую кровать, и мы сейчас будем ее строить. Расскажи, как у тебя ручка, все переживают за твою ручку. Нормально все проходит, только я вам не буду показывать. Ну покажи, давай. Нет. А че? Ну ладно. Подожди, надо сфокусировать. Ну вот как-то так. Будет теперь некрасивая ручка. А где они? Чего они там делают? Ну, заносят. Ну-ка, пойдем покажем, как мы разобрали комнату. Сейчас, бабусик с нами же тоже идет. Бабусик тоже идет. Это ведь и его комната тоже. Он сейчас тоже будет показывать. Вова! Ой, идет! Идет! А, нет, уже не идет. Вот так мы разобрали, наверное, сюда будем. Бабун, вставай. Давай. Сейчас вот здесь теперь будет кроватка. Мы отодвинули. Лишние паласы, игрушки убрали на балкон. Сюда. Боже, сколько игрушек. Смотрите, какого я скричера построила. Угу. Какой? Ну, заходи теперь. Нифига себе. А почему только без матраса? Ну, еще не купили мы матрасы. Ну, хотя бы так. И ящики звук. Круто? Да. Мне тоже такая нравится. А я всегда люблю. Даже вот до потолка можно достать. А я тут даже лечь могу. Типа в машинах. Артём, тут я уже. Мама, капец, можно даже до люстры достать. Только аккуратненько, ладно? Мама, я очень рад такой мне кровати. Ну я вот тоже жду. Хотя бы маленькую. Ну ничего, будешь теперь приходить я... к нам. Теперь я могу наконец-то. Это и будет тоже твоя часть. Я могу достать! А я вообще никогда не трогал. А, это оказывается пластмасса. Клим, тебе тут есть место развернуть.
Да, как Клим будешь расти, значит, встать не сможешь во весь рост. Ну все, пока матрасов нет, они и так справляются. Может, ты там прям спать будешь, Клим? Нет, а я бы хоть на ночь одну остался. Ну попроси, мы тебя пригласим, когда матрасы, кстати, будут. С мамой поговори, мы только за. Папа! Он не слышит. Папа! Сань, Клим хочет с тобой поговорить через камеру. Я тут им показала, что папка за ними наблюдает через камеру. А у нас шлюпочка. А у нас шлюпочка. Через вот это вот. Мы даже сделали папа. Сейчас, папа еще не сказал, что смотрит. Папа! Свиста всех наверх! Сбежал какая-то деталька. Папа! Здравствуйте. Он оттуда разговаривает. Да, папа, смотри, это наши шлюпки, а это наш корабль. Папа. Говорящий камень. Я еще там раскладывал все мои игрушки. Посмотри, вон. Что? Что? Папа! Ладно, я внутри. Папа, пожалуйста, не отключайся. С нами еще побудь. Папа. Ладно, папа, смотри. У нас уже там все раскладено. На моей разложено. На моей шлюпке, смотри. Прожорливый свин. Давай его на нашу свинку. На нашу. Почему? Почему? Это моя. Я вообще-то выбираю сюда, что можно или нельзя. Даже я ничего не выбирала. Смотри-ка. Камера за нами следит. Мамина камера за нами следит. Давай поиграем. Я буду внизу сидеть. Почему? Не хочу. Что, уже проиграл? Нет, без тебя как-то скучно играть. Он реально толстый. Сейчас посмотрим. Похоже свиножирный. Ты что у него? Реально он что, толстый? Да, вот смотри. Он вообще худой. А пусть спрячем, давай, давай смотри сюда, спрячем. Мама их точно никуда. Как у меня красивый плов получился сегодня. Я сюда еще добавила банку томатной пасты, вот такой вот с кусочками помидор. Должно быть вкусненько. Я уже, признаться честно, попробовала. Сейчас еще салатик сделаю. Родителей позвала. Такой салат. Тонко режу помидоры. И тонко огурцы. И лук еще тонко. Я рис, кстати, приготовила в мультиварке. И у меня еще остался. Я могу его заморозить, либо в холодильник положу. Можно котлетки сделать с рисом. Подумаем потом. Когда рис есть, всегда удобно. Бабусик будет сам кушать пловчик. Дайте я бабусику. Он что, постоятельный мальчик? Вполне. А? Да. Он уже и сам кушает. А? Сань? Да. Это точно так же, как у нас вот эта вот электрическая будка была открыта.
тоже опасно. Наверху мальчишки, Вовусик тоже туда хочет. Вовусик, ну нельзя туда. Ты маленький еще. Нельзя, нет, 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 нет. Ни за что. Вовула, ты все-таки своего добивайся. Вот сюда, вот сюда. Всякими путями разными, вот сюда, да? Вот сюда, вот сюда. Сюда на цепи залезешь. Не понимаю. Залезть хочешь, не понимаю. Всем привет, скажи бабуся, да? Бабуля. Мне ты не попадешь. А, это зомбачок, то есть. Этот зелененький, это зомбачок. Туда сядь, а что тебе там делать? Вот. Вот этот зелененький твой, это зомбачок, да. Вау! С пацанами взрослыми сидишь, да? Как взрослый. Нет. Я упасик по телефону. А фишки ушли, папа за вас. Ку-ку! Ой, как уже прокачался. Ку-ку! Ура, там росянку видишь. Ну, Вовсик, давай. А кто сзади там? Кто зеленый? Я. Вот, молодец, научился, да? Научился. Я вам второй сидящий. Встав... Ой, молодец, молодец. Такой. Он и вытаскивает, и вставляет. Бабусёка стоит, мой хорошенький. Ой-ой-ой-ой. Молодец. Молодец. У него зарядка-то. О, бабуся, да у тебя Lexus, а? Да, бабуся. Чё там у тебя? Чё там у тебя? Чё ты там жмёшь, мой хороший? Ох ты ж. Бабусёка. Бабусёка, ну чё ты там? Хотя, хорошо. Дун-дун-дун-дун-дун. И ремень там, а что ещё есть? А, ну-ка. Переключение. Сигнал есть? Не работает. Сигнал не работает. Рули-рули. Рули-рули. А привет помаши всем с машины. Как ты машешь? Привет. Всем привет, привет, помаши. Так, давай, давай. Привет, привет. Ух ты! Ничего себе! Понравилось. А, вот он, наверное, сигнал. Где ты там сигнал? Он вертикально жмет.